Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Продолжим играть в Эхо. Мы пробрались уже в другой кусочек структуры этого дворца. И теперь делаем вещи тут. Ну, цель-то у нас по-прежнему все еще одна, мы двигаемся, мы узнаем, что все эти клоны наши учатся тому, что мы можем делать. Периодически приобретаем какие-то новые вещи. Ну и все, собственно. Геймплей-то здесь такой достаточно рогаликового типа. И из-за этого ничего прям такого особенно нового не происходит. Мы ходим, собираем какие-то коллектиблсы. Вот эту вот хрень, например. У нас, кстати, две цели сейчас. Одна поближе, другая подальше. Вот у меня теперь в руках есть сфера, которая, по идее, может ваншотнуть врага. Но при этом... Учить клонов этому делу мне, если честно, не очень хочется. Ой, придется, видимо, да? Получи. Теперь они тоже будут в меня кидаться этой дрянью. Что очень печально. Что очень печально. Но, с другой стороны, я пока не научил их ходить по воде, поэтому по воде они ходить не будут. Блин, выкинул. Нафиг. Стоит, смотри. Ждет меня у окна. Так, вообще бы спринтовать тоже не стоит учить, наверное, да? Сейчас блокаут идет. Ой, она прям ко мне топает, а? Шла нахер. Я пришел стучать по твоему камертону и жевать жвачку. Жвачка у меня уже кончилась. Угу. Вот мразь. Она меня увидела? Как? Значит, как ты меня увидела? Да иди ты нахер, ну. Зануда. А? Не видно ничего. Так, блэкаут сработал. Теперь они будут хапать сферки и кидаться ими в меня. Это не очень круто для меня, конечно. С другой стороны, а что поделать? Отбиваться-то как-то надо? Надо. Надо Тихо. Постараться до следующего блокаута больше не юзать сферки. Блин, там посередине лежит то, что мне нужно. Возможно, где-то еще пара-тройка коллектиблсов, но добраться туда нужно через врагов. О, стулья из 12 стульев. Нам нужен великий комбинатор. Жать, тварь. Это ты тоже теперь срисовал с меня, да? Гаденыш. О, четвертый. Треугольничек добавился. Я даже не заметил, как я предыдущий-то собрал. Какие диваны тут эротичные. Пипец, прям пипецкий. Так, не хочу учить их ходить по воде. Надо потихонечку, знаете ли. Полигонечку там. Научил одному, другому уже не учишь. Отъедь нафиг. Что ты пыришься? Что ты пыришься? Ну, ходи. Противная. О, я их научил спрыгивать вниз, да? Такое себе. Я не помню, стучал ли я по этому камертону, поэтому иду сюда теперь. Интересно, за стульями она меня увидит? Я стул! Не смотри, что у меня жопа торчит. Не выдумывай. Да. Чую, у них будет много желания во время следующего цикла
Я смогу здесь подняться? О, смотри, смогу. Пока идет блокаут, я могу делать практически все, что хочу, и они это не будут пялить. Могу даже ее застрелить, к херам. Чтобы она не лезла ко мне. И бежать. Нам нужно туда попасть, на ту другую сторону. Там я видел камертон. Доброе утро! Ну, в этот раз я не кидал сферки, стрелять я уже во время темноты начал, поэтому, по идее, это не должно засчитываться, когда... Кто там? Вот, сука, она теперь может спрыгивать, смотри. Бляха-муха. Пипец. Что-то я лажанул. Придется воспользоваться помощью сферки. Получи по башке. Пошла нахер. Беги, беги, блин. Он срисовал, что я бегать умею, да? Теперь они тоже будут бегать. И вот так вот делать. Так, где-то там слева дальше камертончик. Я вот его хотел забрать, но... Попёрся в результате. Еще раз знает куда. Сверху я возьму, наверное. Все равно уже мы ее спалили. Что умеем ей пользоваться. Так, что-то блокаут уже приближается, да? Быстро. Камертон Иваныч. Кто там? Не! Еще? В смысле, она не умерла, что ли? Ты че, мразь? А? Подальше от них. Вот жесть, что-то я как-то опасаюсь за свое здоровье сейчас. Бы меня не порвали. А что я тут делаю? Мне сюда не надо, наверное. Научил их пользоваться лифтами. Окей. А смотри, смотри, со сферы уже ходит. Вот тварь. Надо ее убрать. То еще кто выглядит, кинет в меня ее. О, пошла такая. Хитрожопая сталь. Вообще пипец. Так, ну нам 60 метров добраться до нашей цели. Бабищи окружают. Блин, а сейчас ты что, меня пали? А, ну да, логично, чтобы на следующий цикл. Короче, каждый раз, когда мы применяем какое-то новое действие, это создает блэкаут. Ну, в смысле, наполняет какую-то определенную шкалу ожидания блэкаута. А, нам две надо этих хреновины. Все, понял. И как только мы нужное количество действий совершим, пойдет блэкаут уже после этого только. Ну, по крайней мере, я так понял. Ага. Ни хера не видно. Мне бы не хотелось их учить открывать двери. Я вижу там камертон, поэтому я вынужден научить их открывать. А, хотя, блин, сейчас уже тьма. Не могу открывать двери и делать все, что хочу. Все, успел тыкнуть по нему. Могу теперь отваливать. Тихо. Я спрятался за диваном. Ты не можешь меня видеть. Интересно, а бабы, которые находятся в таком же снике, как и я, они видны вообще на сферке? Или нет? Блин, далеко идти-то. Хм... Как? Я вот не очень уверен. Спрыгну я сейчас в воду и научу их сразу ходить по воде. Как Иисусов просто создам сейчас. Но этого мне бы не хотелось. Она выронила сферу? Ок, я ее подберу. Ты не против? Разучилась использовать, короче говоря. Эту я придушу. Не будем использовать сверку. Опасно это их учить. Такой гадости. Упс. Почти.
попался. Но мне в любом случае придется идти по воде. Но я лучше это сделаю во время темноты, чтобы они не научились этому. Тейкдаун я вам показал. Сейчас покажу, как открывать двери. Смотрите и учитесь, блин. Какие-то стулья такие, как будто концерт будем давать сейчас. Взял, не? Взял. Сходи туда, проверь. Долго она летела, конечно, сюда. Надо по правой стороне пройти, чтобы, если что, куда идешь? Если что, захватить там какие-нибудь ништяки, если они там есть, конечно. Я вот, правда, не уверен. А, все, бежит уже. Мрязь поганая. Так, я мимо тебя. Не обращай на меня внимания. Ты не знаешь, где я. Вот палево. Проклятая женщина, отстань. Уходи. В угол пошла. Правильно, в угол иди. Туда тебе и дорога. Ты что ты носишься, ну? Все, успокойся уже, нет меня. Ушел я. Так, куда пойдешь? Не ходи ко мне. До свидания. Так, шкинделять-то еще прилично, да? А я по этому камертону долбил, не помню. Не знаю. Но я спалился. А я не помню, я обучил вас этому это делать или нет. Будем считать, что нет. Так, нам туда. В принципе, там мы уже нашли второй ключ, и скоро отсюда уйдем из этой локации. Прямо вот сейчас, похоже. Враг? Чё он бибикнул? Хрен его знает. О, смотри, corruption. Зато я могу поюзать этот corruption для того, чтобы быстро сбросить цикл блокаута и ничему не научить врагов. Давайте так и сделаем. Уп-уп-уп-уп. Ага, тут дверь, оказывается. Только открывайся. Тут у нас камертон. Коррумпированный, в общем, дворец какой-то. Есть из себя. А что, скомпилировалось, что ли? Почему полоса целиком голубенькая стала? Да, какие-то сообщения мы компилируем из этого всего. Возможно, мы вот сейчас собрали одну. Но это не точно. Так, зачем я бегаю? Сейчас же меня срисуют. Не хотелось бы. Лишний раз учить врагов чему-нибудь. Так, нам туда. Там я вижу даже... Чё это? Пибикает что-то. О, энергия. И камертон. Восстановлено. Так, срисовал, падла. Тут вроде никого нет, пока что. Какая-то новая дичь на столбике. Пока такой вроде не было. Или была она в самом начале такая штукенция. А, она мне... А, это собирать эти сферки. Ну, короче, это... В игре не очень много целей, скажем так. Либо собери скипетр и открой дверь. Или два скипетра, или три скипетра. Либо собирай сферки. Либо сядь на трон. Так прям скажем. Небольшое разнообразие целей. Их нужно 20 еще собрать. Охренеть.
Ну, что я могу сказать? Бегаем, собираем. Их, как правило, я так понял, больше, чем нужно в игре. Ну, спрыгивать вниз я уже их научил. Возьмем на всякий случай сверху. Спокойный будь. Блин. Сильно, опять же, нарываться не хочется. Вот когда они бродят достаточно далеко друг от друга, вполне игра становится реальной. Играбельной, так сказать. То есть не слишком много врагов, можно обходить, можно шкериться. Когда их гигантское количество набирается, то это вообще жесть, конечно. Так, чувствую, до блэкаута скоро мы с вами доиграемся так. Нам уже идет. Нахер пошла. Пока это черная дичь, я могу, в принципе, делать вещи. Тихо, тихо, тихо! Я вообще-то нажал! Ну, игра прослала это, да? Все, сейчас вырубится свет. Надо уходить. Тихонечко, тихонечко живем. 16 желтеньких кружков. Ну, кстати, они... Их количество перенеслось с предыдущей главы, когда мы их собирали в прошлый раз. Так что, в принципе, я так понимаю, когда вот этот кружок заполнится, возможно, что-то произойдет хорошее. Желтый кружок, я имею в виду. Шла нахер. Куда ты, дура? А? Убьют же сейчас тебя. Так, придется спасаться в воде. В воду они не научились ходить. Но сейчас научатся, очевидно. Да ты сучка, что ли? Вот заебистый, а? Уходим нахрен. Блин, а я не отвязался же от ней, по-моему, не? Сколько этих еще, видите, сферок надо насобирать? Офигеть. Камертончик. Ой, и дура. Дура один штука. Ладно, услышала? Да ты тварь, что ли? Посмотри, какая конченая мразь. Вы что шутите, блин? Я просто придушу, падла. Тяжко что-то. Голубые огоньки. Просто лампа стоит. О! Ну вот. Плохо. Я пошел. Я пошел. Валите нахрен. Да какого хера? А где моя сферка-то? Беленькая. Беги! Беги! Скрывайся! Они ищут тебя! Тварь! Не подходи! Уйди нахер! Так, ждем блэкаута, ну его нахер. А их тут две. Твою мать! Бежим! Так, мы его нахер, прячемся. Да блин, опять мне спалились, что ли? Да что за женщины такие, ну? Я в блэкаут. Бэм! Самый такой, как мне кажется, безопасный метод их уничтожение, это все-таки придушивать сзади. Пока ни одна из них, по крайней мере, мне этот прием
не применила. Еще 10 штук надо набрать. Это вам не это. Так, в следующий раз они будут на элеваторах ездить. Не. Сейчас мы этот тейкдаун устроим. Тут довольно... Я тебя придушу, ты не против? Потом на меня кинется вторая. Твали коза! Вали, дура! Такая. Собирай! Где она? Потерялась, что ли? Не-не-не, она не потерялась! Сучара гнойная! Что ты меня достала-то, ну? Я ухожу. Может быть, не самое лучшее место, куда стоит выходить. Так, мне нужно... Хотя бы на время собраться с мыслями. Пойду, наверное, через воду. Пусть они научатся по воде ходить, пока не так критично. Пойдешь со мной? Когда-нибудь одна из них мне устроит придушение, я уверен в этом. Когда-нибудь. Опять огни потухли. Слишком быстро. Слишком часто происходят блэкауты. Прям не успеваю я толком ничего сделать. Огоньки, кстати, такое ощущение, что каждый раз после блэкаута оживают. Новые появляются, в смысле, они оживают. Осталось немного, говорит. Я согласен. Но... Ты же понимаешь, что все так просто не делается здесь. А, нет, видимо... 17 число это количество тех, которые вокруг есть. Я понял. Оп-оп. Вольты делает через препятствия. Но вот этого мне еще ни одна из вас не сделала. С чем я себя и поздравляю. Потому что я, в принципе, стараюсь не поворачиваться к ним спиной, но... Так, придется научить вас открывать двери. Опа, вот это неудачно. Получи в лицо. Я, в принципе, уже почти закончил с этими огоньками. Ого. А вот научитесь все так делать, а? В стену влезать и дергаться там. Мне кажется, это бы мне очень помогло в будущем. Блин, бегать-то не стоит, наверное, да? Еще и бегать их учить. Может плохо закончиться. Так, что-то я здесь, по-моему, был. Уже собранные. Но он, я вижу, там один внизу, да. Пойдем его заберем. Да подливай вещи! По лестнице очень медленно спускаешься. Я в детстве, блин, прыгал через 5 ступенек, когда спускался с 8 этажа. Ты не в состоянии. Женщина, которая тренировалась долгие годы быть ресурсфул, там, короче, вот это вот все заметно. Физическая подготовка у тебя херово все. Хотя это вроде как оправдывается тем, что она 100 лет была в стазисе. А, все, я понял. Те камертоны, которые мы завязали, они становятся полностью золотыми. Я вас понял. Но мне бы найти еще где взять этих шариков. Было бы неплохо. Впереди я, конечно, вижу... Впереди еще и бабищи. Так, куда ты пойдешь? Вот мразь. Ну что тебе не имется? А получи тогда. Тянешься своими загребущими.
Блин, еще одна просится. Так, мне не надо восстанавливаться. Здесь есть кто? Ты взяла меня такая, короче, и потеряла, ага. Дверь открылась, это замечательно. Но я еще хочу взять апгрейд. Ты не знаешь, где. Ты не умеешь знать. Увидела, что ли? Вроде не должна была. Так, все, огни потухли, а я пошел. Мне сейчас главное добраться до выхода, а остальное уж плевать. А вон камертон, блин. Сука, вот и я бы забрал, конечно. Их нихера не вижу, они могут бегать по воде сейчас, я не помню, нет, не могут. Хорошо, хорошо. До свидания. Пишите письма. Ой, а кто это не успел ко мне сюда? В гости. Еще ниже спускаемся. Декриптуем. Декриптовано сообщение, я так понимаю. Я надеюсь, по крайней мере, на это. В этот раз полностью. В прошлый раз что-то было не очень. Сейчас должны показать. Пятно времени. Что это такое? Что это было? Что... А, что есть, что было, что будет? Короче... Загрязняет потенциал и портит, дает несвободу. Какая-то там гладкая поверхность ожидает. Что-то какая-то дичь, короче. Я думал, что-то важное, сюжетное, блин, какие-то эти, видимо, их мантры, которые они читали, чтобы стать. 90 километров спустились вниз. Нам надо что-то 650, по-моему, нужно в самом начале было. Сейвинг. Ну, здравствуйте. Немножко отличается, кстати, заметьте, декор. Тут какие-то зеленоватые оттенки преобладают, малахитовые колонны. Да это вот все. Симпатично, симпатично, вижу камертончик. Бегу к нему. Интересно, нельзя ли заапгрейдить нам стамину? Вообще, здесь есть какие-нибудь апгрейды? А, это все. Кстати. Это... Короче, ничего полезного, видимо, эти камертоны нам не дают. Ну, я все равно буду их собирать, не знаю зачем. Хоть какое-то разнообразие придают смыслу в игре. Блин. Научил спринтовать на свою голову. Фиг его знает. Камертон очень херово подсвечивается здесь, должен признать. Да-да-да, я бегаю. А, еда восстанавливает все-таки стамину. Хорошо. Я думал, восстанавливает она стамину или здоровье. Здоровье что-то не особо восстанавливало в прошлый раз. Блин, как-то я прям всему подряд сейчас научил. Ага, вниз. Нет, это 420 километров вниз. Это наша основная задача. А вот поближе бы что-нибудь... Что помогло бы нам понять, что делать-то. Ой, опять эти бабищи. 374 метра, да? А в другую сторону, если пойти? Ага. А в другую сторону я обратно не подымусь. Это я прометчиво решил спрыгнуть. Че, блокаут пошел? Быстро. Надо побыстрее добежать до двери и открыть ее, чтобы не учить их открывать двери. Закрою нахер. Тихо. Она увидела меня, нет? Нет. Не похоже. Ладно, придется сейчас дождаться. Полного блэкаута, так сказать. Пойду ее задушу. Ну,
Наверное, странно убивать себя. Своих клонов. Опа, побежал. Но это потому, что я их научил бегать. Твари таких. А иди сюда. Я просто выброшу за борт. Она бегает, смотри, вокруг стулья такая. Дичь. Иди сюда. Блин, не туда хотел. Ладно. Да что ты не падаешь-то, ну? А стамина нужна, что ли? Походу, да, стамина нужна она. О, блин, отстой. Ладно, собираем это говно и уходим. А куда уходим, кстати? Вниз, что ли? Пока. Она за мной пойдет, интересно? А, да, посмотри, она со мной пошла. Вот стервь. Уже увидела, нет? Фух, пойду я, короче. Что-то носится там, носится. Темно! Ничего не вижу. Стерви ходят вокруг меня. По-прежнему открываем двери, пока нас никто не видит. Это безопаснее для будущего. И закрываем за собой. Тин! Заводи. Тут есть чего? Или нет? Стоило мне вообще сюда идти? Что это за хрень посередине? Вот что меня интересует. А, это какой-то музыкальный инструмент. Понятно. Они научились это делать. Будут теперь подходить играть. Пусть подходят. Мне меньше забот. Они будут подходить, я их буду душить. Все. Симбиоз, можно сказать. Типа концертного зала такого было. Интересно. Как было? Я не очень уверен, что все эти локации были обитаемы. Такое ощущение, что это все от балды вообще сделано. Ты не видишь меня. Мадмуазель. Блин. Палево. Сквозь колонны. Они смотрят, и палево происходит. Я ушел. Ничего не знаю. А ты не умеешь так делать. Пока что. Но это ненадолго. Все, идет блэкаут. И сейчас они начнут лазить по лифтам. Твари! Кстати, источники энергии отключаются во время блокаут. Я этого не замечал. Кто-то бродит. Я не вижу, кто и где. Блин, не добежал до двери. По крайней мере, я за собой закрою. Ага. О, тихо. Сейварка. Давайте сохранимся. Ходит. О, смотри, шкерится вокруг стульев. Вот сучка. Смотри, тоже пошкирилась. Вот твари. Блин, спалился. Ну ничего. Шкерится-то она шкерится. Долго что-то прям пипец, ты души ее. Угу. В итоге все очень плохо.
Ага, самое время похавать. Прям вообще. Но не отстает. Пошла вон. Блин, научился стрелять. Следующий блэкаут будет очень плохим. Я научил их бегать и стрелять. И кончится, чувствую, это очень плохо, да? Да блин, она меня увидела, что ли? Какого хера? Пошла вон. Сучка, блин, глазастая. Еще кто-то. Или стрельба вызывает? Их. Агро. Походу, да. Блин, ну сейчас вообще могу огрести по полной программе. А уж пока побуду тут. Возьму эту хрень. Теперь вообще может быть жесть полная. Слева тоже была дверь. Я думаю, туда еще сходить. Попробовать. Тихо-тихо. Так, все-таки в снеки ходить. Бляха-муха. Она целится в меня, сучка. На тебе в лицо. In your face, как говорится. Да, ну, открывать двери я, конечно, научил, да. Что не очень хорошо. И спрыгивать. Ну, на этот ход я хотя бы не стрелял. Что уже неплохо. Просто валим. Просто скрываемся. Твою мать. Твою мать. Их там 1800. Так вы меня не заметили, я уверен в этом. Да-да-да. Прыжки вниз, конечно, им помогают за мной гнаться. Но и только. Я их обошел. Теперь можно двигать дальше. Впереди вроде бы мобов не видать. Слева наверху можно забрать штуку. И я бы ее забрал. Это главная клетка. Откуда ты знаешь? Не знаю. Но... Я не понял этого разговора. Причем тут клетка? Main cage. Так, подожди, а как туда попасть? Я хочу. Слева вроде коридор. Может быть там пойдет, получится обойти. Так, ох ты ж твою налево, сколько здесь врагов. Просто офигеешь их тут. Выпиливать, там слева дверь, я вижу лифт. Возможно, мы сможем подняться таким макаром. Блин. Бабищи следят. Бабищи видят. Бабищи ждут. Бабищи ходят. Бабищи. В новом фильме Джеймса Кэмерона. Иди, иди. Куда-нибудь там. Проверь что-нибудь. Очень важное. Тихо, тихо ты. Камер. Тынь. Так, достаточному количеству действий я их уже обучил, не? А, нет, нет, ну куда ж ты? Ой, все опускается вниз. Да я наверх хочу, там ништяки.
Где у вас лифты? Кто вы их дели? Ой, привет. Ну! Это было тупо, конечно. Перелазь давай. Коза. Они сейчас в блэкаут уйдут все равно. Ух, уходите. Так, мое. Я так и не понял, что это все поднимается, спускается. Типа, к чему это все? О, он, смотри. Мне кажется, или те, которые в стелсе, они очень слабо отображаются или не отображаются вообще. Да, блин, ты дрочишь, что ли? Как ты меня вообще увидел? Всего лишь дверь открылась. Придется ее убить. Не! Уи! А что-то блэкаут очень резкий был. Да иди нахер. Я заметил, что фудур изган. Это не то вообще, что я хотел. От жизни. Определенно. Но походу апгрейд этот я не получу, да? Потому что слишком... Ой. Ну ты типа вообще незаметная, конечно. Прям пипец. Так. Ой. А можно мне пол обратно приподнять, пожалуйста? Ну, придется рашить, я думаю. Что еще делать-то? Я это заберу. А-а-а! Бежим! Бежим! А-а-а! Не успел, все, мне хана. А, еще третья присоединилась, ну да. Давайте, блин. Тройничка со мной замутите, стервы. Какая она все-таки бесполезная, эта баба, если честно, это главная героиня, прям вообще отвращение вызывает. Вся из себя такая натренированная, блин, а по факту нихера не может. Базарить только много может, как этот искусственный интеллект дебильный. Короче, как попасть наверх, я не понимаю. Я не хочу вниз спускаться, я ухожу. Там ништяк, я должен его забрать. Нехер пыхтеть. Что это такое? Он стоит и вызывает меня к себе. Я не пойду больше никуда. Я останусь здесь. Ладно, давайте в следующей серии продолжим. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.